Я приветствую вас сегодня на показе маркетингового плана. Меня зовут Владимир Глинь, я являюсь менеджером компании Forever Living Products. И по итогам 2020 года я вошел в топ-10 лучших предпринимателей Forever Living Products в Украине по неменеджерскому товарообороту. Это заслуга не только моя личная, это заслуга моей всей команды. Я благодарен всем, кто со мной сегодня строит этот бизнес. И я знаю, что ближайшие успехи будут у вас не менее значительными, как и у меня. Потому что мы работаем все с вами в потрясающем бизнесе, о котором я сегодня расскажу тем людям, кто сегодня у нас в гостях. Если у нас гости, напишите, что я в гостях, и первый раз, мне будет приятно, что есть для кого рассказываю. Но в любом случае, если вы смотрите эту видеозапись, значит, вам скинул тот человек, который бы хотел вас познакомить с этой возможностью более подробно. Итак, поехали. Почему бы вы начали заниматься бизнесом? Часто возникает такой вопрос у людей, и знаете, на этот ответ у людей очень много ответов. Они будут разные, совершенно разные. Для кого-то это дополнительный доход к семейному бюджету, кто-то хочет освободиться от финансовых проблем или долгов, или кредитов, кто-то хотел бы передать бизнес по наследству и оставить что-то после себя, а кто-то сегодня уже успешно развивает бизнес и успешен в жизни, но хотел бы помогать другим людям преуспеть. Ну и, конечно же, каждый бы хотел улучшить свой стиль жизни, сделать его лучше и жизнь интереснее, позитивней, ярче. И вот сегодняшняя встреча тому виной, что вы сегодня узнаете, как вы можете сделать свою жизнь лучше. Независимо от того, сколько вам лет, вы закончили школу и вам уже 18, или вы уже в предпенсионном возрасте, не имеет никакого значения, потому что на сегодняшней встрече я покажу вам, как вы можете использовать телефон, планшет, ноутбук, компьютер, то, откуда вы сейчас наблюдаете за мной и слушаете эту встречу, как вы можете использовать свой гаджет для того, чтобы зарабатывать в нашей компании деньги. И они делаются непросто, но этому легко научиться. Итак, в чем разница нашего бизнеса и традиционного бизнеса? В традиционном бизнесе товары, которые мы с вами привыкли покупать, идут от товаропроизводителя к нам в руки к потребителю через посредников. Это может быть очень много посредников, магазины, розничные склады, оптовые склады, ну, очень много. И, соответственно, мы переплачиваем за товар, и не всегда качественный товар мы покупаем. Но такова уж судьба наша, но компании сетевого бизнеса, они изменили эту траекторию и дали товар от производителя в руки к потребителю без посредников, где я, как потребитель, покупаю напрямую в компании продукцию. Из-за рекомендации об этой возможности другим людям, компания нам, как предпринимателям, платит вознаграждение или комиссионные. Это и есть сетевой бизнес. Поэтому я и говорю, что сетевым бизнесом может заниматься любой, независимо от роста, возраста, пола, размера обуви, образования, социального происхождения. Главное, что у вас есть желание что-то в этой жизни менять, что чему-то в этой жизни учиться новому. Почему бизнес наш идеальный? Потому что работает при малых расходах. Каждый из нас знает, что для того, чтобы начать бизнес, нужны инвестиции, нужны крупные инвестиции денег. В нашей компании можно начать с пару сотен долларов. Компания занимается уникальной продукцией. На самом деле продукция, которую я вам сегодня поведаю, она на самом деле уникальная. Для кого-то окажется очень важной в их сегодняшнем положении и здоровье, которое человек сегодня имеет. Конечно же, отсутствует риск банкротства. Вы не обанкротитесь, занимаясь этим бизнесом, потому что здесь нету больших платежей, ежемесячных расходов на аренду или еще что-то в этом роде. Поэтому вы не обанкротитесь. Вы можете заниматься этим бизнесом прямо из дому. Работает этот бизнес и без вас. Что это значит? Это значит, при создании команды партнеров этот бизнес может работать и без вас системно. Ну и, конечно же, в нашей компании не ограничивает вас определенным уровнем дохода. Тот доход, который вы будете зарабатывать в этой компании, зависит только от вас, только от того времени, сколько вы будете на него тратить и то, что вы будете делать. Конечно, если вы хотите быстро преуспеть, вам придется некоторые вещи в вашей жизни отложить в сторону для того, чтобы быстро преуспеть. Но если вы хотите двигаться медленно, вам не надо ничего в жизни менять. Вы можете просто использовать свободное от работы время или выходные дни и делать свой бизнес.
Речь сегодня пойдет о компании, которая представляет себя в 168 странах мира, которая успешно работает уже на протяжении 43 лет. Обороты этой компании превышают более 3 миллиардов долларов. Более 50% компания выплачивает нам, предпринимателям, за то, что мы занимаемся этим видом деятельности. А это более 1,5 миллиарда долларов выплачивается назад людям. Поэтому в нашей компании есть люди, которые зарабатывают 100-200 долларов в месяц, а есть люди, которые зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц. Все зависит от той цели, которую вы лично преследуете. Создатель компании Rexman, будучи в 45-летнем возрасте, будучи мультимиллионером, создал компанию Forever Living Products 13 мая 1978 года в Фениксе, штат Аризона, в Америке. И создал эту компанию, выкупив такое предприятие, как Aloe Vera of America, и самым главным продуктом появился Aloe Vera. Дальше я о нем расскажу, что они же сделали с этого продукта. На фотографии вы видите сына Рексамона, это Грегмон. Грегмон является сегодня президентом компании Forever Living Products, а также на фотографии вы видите главный офис компании, который находится в Америке, откуда и ведется вся деятельность компании. Еще называют это по-американски home office или домашний офис, потому что на самом деле это и дом, и офис четы семьи Монов, да, это Рекса и Грега Мона. Как я и сказал, уже компания занимается Aloe Vera, Forever Living Products, самая большая компания в мире по выращиванию, производству, распространению продукции из Aloe Vera. Компания контролирует весь цикл производства, от посадки растения до изготовления конечной продукции. Это очень важно понимать, компания не зависит, сырье компании, производство компании не зависит от третьего лица. Компания сама выращивает для своего производства свой продукт. На сегодняшний день компания имеет более 60 миллионов кустов алоэ вера, которые выращиваются в Доминикане, Мексике, Техасе. Это огромнейшие плантации. И вся продукция собирается вручную, обрабатывается и стабилизируется. Таким образом, компания имеет все международные сертификаты качества на качество этой продукции. Это и сертификат на натуральное алоэ, кошерный сертификат, халяль, ISO, FDA, GMP. Многие сертификаты международного качества, которые дают право продвигать эту продукцию по всему миру. Это очень важный момент. Так что, так и в нашей компании на Украине компания пришла официально, легально и работает полностью 100%. Офис компании Forever в Украине находится на Межигорской, это на Подоле в городе Киеве, двухэтажное отдельно стоящее здание. И генеральным директором компании Forever Living Products на сегодняшний день является Емельянов Алексей Борисович. Это тот человек, который четко ведет все дела, полностью легально, прозрачно, чтобы полностью обеспечить нас с вами, предпринимателей и клиентов, продуктом, который будет вовремя доставлен прямо в каждый дом. Это самая забота о клиентах, забота о предпринимателях, это самое главное в компании Forever. В компании Forever два офиса на Украине, в Киеве и в Ужгороде, где человек может прямо прийти как в магазин и, будучи предпринимателем Forever, приобрести продукцию. Другим людям в такой офис вход воспрещен, то есть по большому счету клиент может купить продукт только через предпринимателя. Но об этом вы узнаете в сегодняшней встрече, как удобнее, как выгоднее приобретать продукции, если, конечно, вы захотите ими пользоваться после нашей встречи. Итак, самым главным продуктом компании Forever является гель Aloe Vera. Вот такой уникальный напиток, который содержит в себе 240 питательных компонентов, 20 минералов, 20 аминокислот, 12 витаминов, включая витамин В12. Полноценная диетическая добавка, которую можно давать как детям, так и взрослым, как мужчинам, так и женщинам. И как людям, имеющим проблемы со здоровьем, так и полностью здоровым людям для поддержания иммунитета, укрепления своего здоровья. Гель Aloe Vera – это флагманский продукт компании, самый главный продукт компании Forever, который на сегодняшний день компания представляет. С этого, кстати, и началась история компании Forever Living Products. Далее компания разработала еще другие соки, такие как ягодный нектар, персик и Forever Freedom. Это соки, которые содержат клюкву и яблоко для профилактики и лечения мочеполовой системы. Forever с персиком содержит витамин А, витамин С и много других компонентов, которые улучшают нашу сердечно-сосудистую систему, наше зрение. И Forever Freedom, на Forever Freedom посаженных глюкозамин, хондроитин, глюкозамин и органическая сера – это продукт для поддержания опорно-двигательной системы.
артриты, артрозы, межпозвоночные грыжи и все, что связано с проблемами с суставом, продукт замечательно справляется. Поэтому лучшее лечение здоровья – это его профилактика. Используя эти соки, 50 грамм с утра, 50 грамм с вечера, выпивая за 10-15 минут до приема пищи, вы очень хорошо укрепите свой иммунитет и поддержите свою иммунную систему в хорошем состоянии. Также в нашей компании есть биологически активные добавки. Биологически активные добавки – это комплекс витаминов, микро- и макроэлементов, которые необходимы нашему здоровью с питанием. К сожалению, наше трехразовое питание понедельник, среда, пятница должно быть лучше. Это правда. То, что мы сегодня кушаем, ГМО, без ГМО, ну это ужас просто какой-то. Поэтому в мире появились такие продукты, как биологические активные добавки, которые могут и позволяют нашему организму дополучить те витамины, микро- и макроэлементы, которые мы должны были получать с продуктами питания. Поэтому разнообразие наших продуктов очень большое. Здесь также себе витамины найдет маленький ребенок или взрослый человек. Здесь есть добавки, которые хороши для женщин и улучшают работу здоровья женщины, или продукты для мужчин. Также есть продукты, которые укрепят ваши кости, улучшат память, уберут лишний жир или сработают на этом, в этом плане. Да? Также есть такие диетические добавки, которые решат проблемы с опорно-двигательной системой. То есть на сегодняшний день очень-очень много разных диетических добавок. Один из таких продуктов, о котором я хочу сегодня рассказать, это Cardio Health или Cardio Tonic. Cardio Tonic – уникальная диетическая добавка, которая вот у меня сейчас в руках, и я хотел бы немножко о ней сказать больше. Forever Cardio Tonic с коэнзимом Q10 – это специально разработанная формула, которая растворяется в нашем геле алоэ вера. Сохраняя здоровье нашей сердечно-сосудистой системы, он обеспечивает здоровый уровень гомоцистина, а также является источником коэнзима Q10. Forever Cardio Tonic содержит экстракты лекарственных трав, сильнейшие антиоксиданты, витамин С и Е, а также необходимые для здоровья сердца и сосудов, магний и хром, плюс лецитин, который поддерживает гибкость кровеносных сосудов. Уникальная диетическая добавка, которая входит в мини-тач кардио здоровья, Cardio Health. Сегодня я на сегодняшний день настолько удивлен этой добавкой. Она не только делает наши сосуды гибкими, кровообращение улучшает и так далее, и так далее. Но также благодаря коэнзиму Q10 он омолаживает организм. Очень хорошая такая диетическая добавка. Как вы поняли, она в порошке, там пакетики порошок. И вы разбавлять можете его с водой или с гелем алоэ вера, с нашим напитком. Очень хорошо это работает. Вот такая уникальная у нас диетическая добавка Cardio Tonic. Хотите иметь здоровое сердце, здоровые сосуды, не иметь варикоза, не иметь проблем с инсультом или инфарктом, пользуйтесь продукцией компании Forever, таким продуктом, как Cardio Tonic, до того, как заболеть. Поэтому я всегда говорю, профилактика всегда дешевле, чем лечение. Немножко перешел дальше. Как-то и так оно прыгнуло у меня. Прошу прощения. Так. Следующим продуктом нашей тоже относится к биологическим добавкам – это медопродукты. Это пчелиная пыльца, маточное молочко и пчелиный прополис. Эти продукты обладают очень сильным свойством решения проблем воспалительных процессов как внутри организма, так и разных-разных других проблем простудных – ОРЗ, ОРВИ, грипп. То есть на сегодняшний день это мощный иммуномодулятор, мощный продукт для укрепления, поддержания иммунитета. Мы живем в стране Украина, а в Украине у нас медовая страна, поэтому что такое мед и насколько он полезен, нам рассказывать не надо. Есть некоторые страны, для которых это дефицит, как для нас, я не знаю, бананы, да, привозные, да. Так вот и мед в некоторые страны привозится, там меда нету, да, вот у нас есть. Но чем уникальна компания Forever, она поставляет по всему миру аризоновский мед. Это самый лучший мед в мире, который есть в мире. Пчеловоды очень знают семью Робсонов. Семья Робсонов три поколения занимается разведением пчел. И вот именно этот мед, аризоновский мед, имеет возможность представлять компания Forever Living Products.
Личная гигиена и уход за кожей. Все мы с вами приводим себя в порядок, стараемся хорошо выглядеть. Для этого у нас есть мыло, зубная паста, шампунь, кондиционер, гель для душа, лосьон для тела, скраб, крем после бритья, дезодорант, косметическое мыло, алоэ липс, бальзам для губ. То есть вся эта продукция уникальна тем, что она сделана из алоэ вера. Самым главным содержанием этого продукта является алоэ вера. На алоэ вера вся эта продукция сделана. Потрясающий продукт, который один раз попробовал, вы не захотите его, ну, какой-то похожий продукт из магазина. Поэтому, используя эти продукты, вы увидите, насколько качественные наши продукты. Косметическая продукция. У нас есть огромнейшая линейка косметических продуктов по уходу за кожей. Как для молодой кожи, так и для старшей кожи. Уникальность этой косметической линейки заключается в том, что состав этой продукции самым главным основным компонентом является не вода, а гель алоэ вера. То есть алоэ вера, опять же, мякоть алоэ вера, которая увлажняет, питает нашу кожу и делает ее красивой. Универсальное моющее средство. Мы все с вами моем посуду, стираем белье, моем плитку, кафель и так далее, стекла. Так вот, в нашей компании есть универсальное моющее средство МПД. МПД – это средство очень густое, столовой ложки хватает для стирки автомат, 2 капли для мытья посуды, ее можно разбавить с водой. Оно приятное на запах и, самое главное, безфосфатное. Оно не раздражает кожу, не будет аллергии, нету такой проблемы, как с другими химическими средствами. Да? При этом вы можете мыть посуду, не одевая перчатки. Вы поможете помыть машину этим моющим средством. То есть оно не загрязняет окружающую среду. Как не вредит вам, так и не загрязняет окружающую среду. Очень важный момент. Поэтому я очень полюбил МПД, многофункциональное моющее средство, и у меня дома только МПД. Я другими продуктами похожими не пользуюсь. Для тех людей, кто хочет поддержать свою фигуру, держать свое тело в тонусе или даже похудеть, если есть лишние килограммы, в нашей компании есть такие программы, как C9, F15 и Vital5. C9 – это программа детоксикации организма от шлаков и токсинов. F15 – есть 3 уровня – начальный уровень, средний и высокий уровень, который позволяет сделать вашу фигуру, фигуру вашей мечты, если вы так хотите. И есть набор Vital5. Vital5 – уникальный набор, который включает в себя такой продукт, как RG+, пробиотик, Forever Daily на каждый день, Арктическое море и 4 геля алоэ вера. Vital5 – 5 лучших продуктов компании Forever в одной упаковке. Его могут принимать как спортсмены, как люди, которые просто хотят поддержать свое состояние, свое здоровье, как люди, уже имеющие проблемы со здоровьем, особенно связанные с сердечно-сосудистой системой. Vital5 шикарно с этим справляется. Поэтому вам не нужно придумывать, как их пить. В этих наборах уже есть рецепт и программа. Но хотел бы вам сказать о человеке, который целенаправленно использовал эту продукцию для того, чтобы получить результат. Первое, что он делал, он прошел программу C9. Дальше он пошел на программы F15, начальный, средний, высокий уровень, и повторил в течение года так 4 раза. Итак, смотрите, весна 2014 год, он за столом, его вес 180 килограмм. Рядом фотография, весна 2015 год, с мячом или с теннисной ракеткой, да, его вес 130 килограмм, минус 50 килограмм, результат в течение года использования продукции Forever. Я сам лично знаю Жана Ярмолу, и сегодня Жан весит 110 килограмм, еще 20 килограмм он скинул благодаря продолжению программ использования продукции в своей жизни и улучшения своего здоровья. Сам Жан говорит, что самое главное – это было не просто скинуть лишний вес, а решить проблемы со здоровьем, которые этот лишний вес нес за собой. Поэтому очень много проблем человек решил со своим здоровьем. В компании есть энергетические напитки Forever Fab. Секрет заключается в гуаране, адаптогенных травах и других натуральных ингредиентах, входящих в состав этих напитков. Это полностью натуральный напиток, это не химическая составляющая, поэтому его можно принимать любому человеку. Особенно если у человека есть проблемы с давлением, головные боли, этот продукт очень хорошо снимает эти воспалительные процессы, эту проблему. То есть очень классный напиток. Кому-то надо за рулем долго ехать, он может выпить энергетик. Кому-то надо работать дольше времени за компьютером и появляется сонливость и усталость. Энергетик с этим очень хорошо справляется. Итак, мы перешли к самой интересной теме разговора, где разговор о бизнесе, о возможности заработка. Итак, в нашей компании есть
три цены. Цена без регистрации, 100% цена, это та цена, по которой вы можете купить продукт компании у того человека, кто скинул вам это видео или пригласил на этот вебинар. Цена при регистрации 5% скидка. Обратитесь к тому человеку, кто вас пригласил на эту встречу, он скажет, подскажет вам, как зарегистрироваться, чтобы получить 5% скидку. И приобретая продукт на 2 балла, вы получаете 30% скидку навсегда. То есть первая цена всегда 5%. Дальше мы получаем 30% скидку навсегда. У нас нет обязательных покупок. Каждый из нас делает это по-своему. Кто-то может 5%, покупая 2 месяца подряд, накопить эти 2 балла и выйти на 30% за 2 календарных рядом стоящих месяца. А кто-то может это сделать сразу. Вот я вам сейчас покажу, как можно это сделать. Но прежде чем идти к возможностям, мы должны с вами понимать, что такое кредитные коробки. Кредитные коробки. Потому что я вам сказал, на 2 балла, на 2 кредит-коробки надо купить, чтобы выйти на опт. А что это такое? Одна кредит-коробка – это сумма продукции не менее чем на $200 по оптовой цене. Таким образом, вы на эту кредит-коробку вы можете выбрать 10-15 наименований разных продуктов. Таким образом, 2 кредит-коробки – это около 30 наименований разных продуктов. То есть вы можете эти 30 наименований разных продуктов приобретать по чуть-чуть и накопить за 2 календарных месяца, а можете купить сразу. Так вот, для того, чтобы купить сразу, компания разработала выгодные наборы. Выгодные наборы – это наборы продукции, где дополнительно 10% скидка на продукцию. Один из таких наборов, самый идеальный стартовый набор для новичка, он так и называется стартовый набор. Сюда входит, как вы видите, программа C9, и есть сок, и RG+, и 6 помадок, и 2 дезодоранта, 2 зубных пасты, 2 алоэ вера желе, 2 хита согревающих лосьона и крем с прополисом. Это вот такой вот интересный набор, стартовый набор. Сегодня он есть в наборе C9 есть ванильный коктейль и есть шоколадный коктейль. На выбор вы выбираете, какой вам нравится коктейль, и вы можете взять стартовый набор. Стартовый набор чем интересен? Вы платите за 1.5 балла, а получаете 2 балла, и таким образом выходите на оптовую цену. Выйдя на оптовую цену, вы можете приобрести Touch Favorit. Это потрясающий набор, куда входит множество продуктов. Сейчас он немножечко изменен. В него входят немножко другие продукты, чем вы видите сейчас на картинке. Но, тем не менее, туда входит очень много разных продуктов, которые будет очень удобно для всей вашей семьи. Так, это первый момент. Второй момент – профессиональный старт в бизнесе. Некоторые люди сегодня приглашены на эту встречу или смотрят это видео для того, чтобы зарабатывать деньги, большие деньги. И я вам скажу, для того, чтобы зарабатывать большие деньги, лучше всего начинать профессионально. То есть это регистрация и вход в бизнес на 4 кредит-коробки. 4 балла, не 2 балла, а 4. Первый тач мы покупаем с 5% скидкой и дополнительно 10%. Второй тач, купив первый тач, мы выходим на скидку 30%. И второй тач мы покупаем с 30% скидкой, дополнительно 10%. Это очень выгодно. Зачем нам 2 тача? 2 набора. Первый набор мы покупаем для себя, пользоваться для себя, своей семьей. Второй набор, чтобы был под рукой, потому что обязательно у вас будут те люди, которые скажут, я хочу попробовать продукт, потом я присмотрюсь к бизнесу. То есть у вас сразу будет под рукой продукт, который вы можете продать. Это первый момент. Второй момент, профессиональный старт дает вам намного быстрее продвижение по карьерной лестнице маркетингового плана. И вот давайте мы на это посмотрим. Некоторые люди скажут, я никогда не занимался этим бизнесом, что необходимо делать, чтобы преуспеть. У нас есть техника построения сети, у нас есть целая система, как работает это. Мы пишем список знакомых, приглашаем на встречу, показываем маркетинг-план, и после показа маркетинг-плана, такой, как сейчас, вы смотрите, будет вторая встреча. Обратитесь к тому человеку, кто вас пригласил на эту встречу, и задайте все вопросы. После того, как ваш приглашенный ответит на все вопросы, вы будете сами принимать решение, заниматься с нами бизнесом или просто быть потребителем продукции. Так и в вашей команде при отсеве вашего списка знакомых вы обнаружите, что есть люди, которые сегодня ищут возможности заработка, и есть люди, которые ищут возможности улучшить или поправить свое здоровье. Но опять же, здоровье можно поправить, купив по розничной цене, а можно зарегистрироваться и купить по оптовой цене. И только вам решать, каким образом вы хотели бы начинать и приобретать. Так что у нас есть система, и вас этому научат. Итак, купив на 4 балла, вы становитесь ассистентом супервайзера. Ассистент супервайзера за приглашенного партнера в бизнес получает $120. Представляете, вы пригласили человека, он купил тоже продукцию, вам компания $120 за это заплатила. Вы пригласили 10 партнеров,
1200 долларов вы заработали. Нет ограничений, сколько людей вы можете приглашать в этот бизнес. Давайте пример приведу. Вы пригласили 6 человек, 6 человек по вашей рекомендации купили на 4 балла, ваши личные 4, у вас 28 баллов. А компания говорит, вам надо 25 баллов, вы выходите на следующий уровень. Называется этот уровень супервайзер. На супервайзера вы уже будете получать за личную рекомендацию 155 долларов. Квалификация супервайзера закрывается за 2 непрерывных календарных месяца. Можно это сделать за неделю. Все зависит от вас. На этом уровне вы уже будете получать доход от сети от 500 до 900 долларов. Как только ваша группа выполнила 75 кредит-коробок, вы выходите на уровень ассистент-менеджера. На этом уровне вы уже будете получать 176 долларов за личную рекомендацию. А от сети компания вам будет выплачивать от 1000 до 2500 долларов. Как только ваша группа сделала 120 кредит-коробок, а это может быть все-все партнеры, которых пригласили и вы, и они, и ваши партнеры, и ниже. Все эти баллы накапливаются. И только вы за 2 календарных месяца накопили 120 баллов, вы становитесь менеджером. Менеджер компании Forever Living за личную рекомендацию получает до 200 долларов. И от сети доход составляет от 2,5 до 5000 долларов. Вот тут уже появляются самые интересные, самые вкусные, самые интересные доходы. Дальше по карьерной лестнице есть еще несколько видов дохода. И первые три мы с вами разобрали. Это розница, когда вы можете покупать дешевле, продавать дороже. Второе – спонсирование, это приглашение других людей участвовать в бизнес. Третье – это доход от сети, который вы создали. И четвертый доход мы с вами разберем дальше. Это бонус за лидерство, Eagle Manager, автопрограмма, глобальное ралли и бонус президента. Это тоже 5 доходов, которые можно перевести в уровень дохода. И вы сейчас поймете почему. После уровня менеджера у вас есть такие статусы, как старший менеджер, взмывающий менеджер, сапфировый менеджер, бриллианто-сапфировый менеджер и бриллиантовый менеджер. Чтобы выходить на эти уровни, под вами должны быть такие же менеджеры, как вы сами. Но когда менеджер выходит на ваш уровень, вы становитесь на одну позицию. И компания говорит, что от первого поколения менеджеров, сколько бы вы ни воспитали под вами, вы будете получать 6%. От второго поколения менеджера 3%, от третьего поколения 2%. И при росте по карьере ваш доход в процентном соотношении будет увеличиваться. Если вы посмотрите на статус бриллиантового менеджера, это 9, 6 и 5% от сети таких же лидеров, как вы сами. Это очень здорово, потому что бонус за лидерство – это самый крутой бонус, когда вы воспитали огромнейшее количество лидеров, зарабатывающих в этой компании деньги. Как выходить на статусы? 2 человека под вами вышли на уровень менеджера, вы стали старший менеджер. Старший менеджер или сеньор менеджер получает 5000 долларов и выше. 5 человек под вами стали менеджерами, вы становитесь soaring менеджер или взмывающий менеджер. Доход взмывающего менеджера превышает 10000 долларов в месяц. В нашей компании есть автомобильная программа, несколько уровней, первый, второй, третий уровень. Выполняя кредит коробки вашей группы, вы дополнительно будете в течение 3 лет к своему чеку получать дополнительные деньги, 400, 600 или 800 долларов на протяжении 3 лет, то есть 36 месяцев. Это 14 400, 21 600 или 28 800. Все зависит от вас. Это вот дополнительная программа, она классная. Почему говорю автомобильная программа? Это тоже уровень дохода, потому что не обязательно вам приобретать автомобиль, если он у вас уже есть. Вы можете получать этот бонус деньгами. Eagle Manager, тренинг для лучших из лучших. Выполняя условия менеджера для Eagle Manager, вам компания оплачивает на 4 дня поездку на двоих в Америку или в другие страны, где происходит конференция для Eagle менеджеров. И на этой конференции сам президент компании, вице-президенты компании и миллионеры, люди, которые достигли уже бриллиантовых статусов компании Forever, дают обучение, школу и передают свои секреты успеха, как делать бизнес профессиональный лучше, быстрее. Поэтому это тренинги, которые позволяют вам учиться этому бизнесу. Это здорово, что есть такие мероприятия. Как только в вашей организации появляется 9 менеджеров, вы становитесь сапфировым менеджером. Сапфировый менеджер зарабатывает еще более чем 10 тысяч долларов в месяц. И я хотел бы вас познакомить с моими менеджерами, с моими спонсорами. Это сапфировые менеджеры Юрий и Татьяна Кириченко. Они входят в топ-тройку лучших менеджеров компании Forever Living в Украине, входят в члены лидерского совета Forever Living Products Ukraine.
это те люди, за которыми можно идти и нужно, и я поверил этим людям, и ни капли не жалею о том, что я пошел за ними в этот бизнес. Эти люди тоже не сами пришли в бизнес, они их тоже пригласили, такая семейная пара, как Атила и Каталин Гидафал, являются диамантовыми менеджерами или бриллиантовыми менеджерами. Самые быстрые бриллиантовые менеджеры за всю историю компании Forever Living Products входят в топ-десятку лучших в мире предпринимателей Forever из 10 миллионов предпринимателей Forever. Можете представить, какие выдающиеся на самом деле люди. Они являются членами глобальной лидерской команды GLT. Это вообще супер семейная пара. И я вам скажу, что Атила и Каталин Гидафалви создали систему Network Гидафалви, благодаря которой мы можем обучаться этому бизнесу онлайн через тренинги обучения онлайн. Поэтому благодаря его системе мы можем учиться сегодня, находясь дома. Это очень здорово. Хотя очень скучаем по поездке в Венгрию, по семинарам, которые были вживую. Но я думаю, что это все возобновится в рано или поздно. Наши вышестоящие спонсоры Рольф и Доминик Кип, топ-1 в мире Forever, являются тройными бриллиантовыми менеджерами. Доход этой семейной пары составляет более 500 000 евро в месяц. Внимание, 500 тысяч евро в месяц и более от компании Forever Living. Вот что может сделать с вами эта компания, вот чего вы можете добиться в этой компании, если будете последовательны, если будете учиться этому бизнесу, и если главное, самое главное, если вы будете сами этого сильно хотеть. В нашей компании есть бонус президента, 13-я зарплата, вы видите чеки, которые президент компании вручает на одной из конференций, 13 тысяч долларов и 12 тысяч долларов. Но я хотел бы вам показать чеки наших вышестоящих спонсоров. Это Миклаш Беркич, спонсор Атилы и Каталин Гидафалви. Миклаш Беркич также является бриллиантовым менеджером, его 13-я зарплата составляет более 400 тысяч долларов. При этом он является чемпионом по бонусу президента, потому что на последние 20 лет каждый год он получает 13-ю зарплату или бонус президента. Это просто супер. А наши вышестоящие спонсоры, сам топ номер один в мире, Рольф и Доминик Кип, получают ежегодно уже на протяжении 6 лет более 1 миллиона долларов в виде премии или в виде 13-й зарплаты. Круто, правда? Глобальное ралли. Я знаю, что об этой конференции рассказать практически невозможно, там раз надо побывать и увидеть своими глазами. Я искренне радуюсь, что мои партнеры, те люди, которых я пригласил в этот бизнес, побывали на глобальном ралли, на конференциях в Швеции, Стокгольме, в Дубае, Арабских Эмиратах. Следующая конференция у нас будет в Австралии, в Сиднее. И генеральный директор компании Forever Алексей Емельянов и его супруга Тамара приглашают всех украинских предпринимателей присоединиться к Австралии и побывать в Сиднее на глобальном ралли. Для этого вам необходимо выполнить 1500 кредит-коробок за год. Все кредит-коробки считаются вашей группы с 1 января по 31 декабря. Я рад, что уже январь, конечно, заканчивается, но все равно у нас еще впереди 11 месяцев, и каждый из нас может достичь этого результата. Поэтому пожелаю всем активной работы. Полетели с нами в Сидней. Это будет шикарная конференция. Компания оплачивает на двоих, полностью все включено на эту конференцию. Вот такие вот есть мероприятия. И если вдруг карантин и эта конференция отменится, то ничего страшного в этом нет. Компания выплачивает все расходы деньгами. И еще хотел бы сказать, что по итогам 2020 года моя фамилия появилась в списке глобального ралли «Летим с нами в Сидней». По итогам 2020 года я выполнил одну из программ, которая была объявлена компанией, и получил входной билет на эту конференцию, чем я безмерно рад и чем я благодарен всей своей команде. Поэтому у нас впереди огромный интересный год, насыщенный год. Присоединяйтесь к нам, давайте делать этот бизнес вместе. Задайте все вопросы, которые у вас появились тому человеку, кто скинул вам это видео или пригласил на этот вебинар. И давайте делать этот бизнес вместе. Спасибо большое за внимание. До новых встреч.